Я Надежда Рунихина, врач-гериатр. Занимаюсь здоровьем людей старшего возраста. У пожилых риск заболеть коронавирусом и получить осложнения очень высок. С возрастом иммунитет ослабевает, и у многих есть сопутствующие заболевания. Очень важно защитить себя от коронавируса и сделать прививку. Вакцинация не может привести к заболеванию и не влияет на развитие осложнений хронических заболеваний. Наш опыт применения вакцин у пожилых граждан подтверждает высокую эффективность. Я и моя семья привились от COVID-19. Обращаюсь и к молодым. Прошу вас, поддержите близких, помогите им пройти вакцинацию. Будьте здоровы!